У тульских металлургов появилась возможность проявить себя в научной области. В ПАО «Тула-Чермет» специалисты предприятий, которые входят в промышленно-металлургический холдинг, презентуют свои проекты. 35 рационализаторских идей по оптимизации производства разработаны талантливыми сотрудниками. Идея была моя, обсуждал с начальником цеха, все поддержали, в принципе, согласны, что это достойное решение данной проблемы. Уже не первый раз участвую. В прошлом году получали денежные вознаграждения. Очень приятно и интересно. Проекты затрагивают разные направления. Улучшение технологических процессов, инновационные материалы и технологии их получения, альтернативные методы использования отходов производства, повышение эффективности труда. По словам участников конференции, не только денежное вознаграждение служит стимулом для разработок. Ты увлекаешься своей работой и уже не думаешь об этом, хочешь, чтобы твоя работа была лучше и послужила предприятию. Работу участников оценивают руководители промышленно-металлургического холдинга и ректоры тульских учебных заведений. Победители научно-практической конференции принимают участие в ежегодной конференции, которая проходит на площадке бизнес-школы Сколково. Это традиционная ежегодная конференция, в рамках которой собираются все и топ-менеджмент компании, и кадровый резерв, и наши перспективные молодые специалисты, представители науки, и вырабатывают совместные стратегические решения по вопросам развития холдинга в целом. Подобные конференции проходят на разных площадках промышленно-металлургического холдинга третий год. «Тула-Чермет» принял эстафету от предприятий в Кемеровской и Белгородской области. Мероприятие продлится 2 дня. Победители будут награждены дипломами, а их проекты будут опубликованы в сборнике научно-практических работ компании. Юлия Васюкова, Игорь Щепотев, Новости Тулы.